Привет, меня зовут Женя, и сегодня для вас улыбаюсь я. А я Леша, и я на серьезных щах. Сильные новости. Наша рубрика короче. Поехали. Недавно в шведской горке дети рылись в мусорных баках. Леша, расскажи, что это было? Это сразу заинтересовало инспекцию по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что таким образом мальчик хотел заработать своей маме на подарок, у которой скоро день рождения. Получилось? Нет, не получилось. Макулатуру не приняли, но я уверен, мама по достоинству оценила поступок своего сына. Любите своих мам. Сколько стоит обучение в вузах Гомельщины? Самый бюджетный вариант – это Мозырский университет имени Шемякина. Там за год придется выложить менее 2500 рублей. МИЦО – 2600. Самый дорогой – это Белгуд, более 3200 рублей. Но со второго курса ценник значительно понизится. Чего нельзя сказать о меди, где цена фиксирована – 3175 рублей. Кстати, где ты учился? В Хогвартсе. А я на журфаке БГУ. А в Гомеле появился новый способ оплаты проезда с помощью смартфона. Для гомельчан стал доступен сервис TIX, с помощью которого можно купить электронные билеты. Просто скачайте приложение, привяжите к нему банковскую карту. Все просто.